В этом видео я расскажу вам о тех, кого не стало в этот день, 13 января. Известный британский актер Брайан Бедфорд скончался 13 января 2016 года. Ему было 80 лет. Советский и российский артист эстрады, фокусник и актер кино Арутюн Акопян ушел из жизни 13 января 2005 года. Ему было 86 лет. Актера Вадима Михалева не стало 13 января 2005 года. Ему было 54 года. Актер Александр Попков умер 13 января 2011 года. Ему было 35 лет. 13 января 2010 года не стало немецкой актрисы, телеведущей и модели Петры Шурман. Ей было 76 лет.